Мы засели на одной ферме неподалеку от Мариньи. Я закрываю глаза, думая о Хейзел, но вижу все тот же сон. Сон. Вроде того, все время снится. Я в порядке, а ты отдохни. Нет, я покажу Пирсону, что готов. Мне плевать, что он скажет. Тебе нечего доказывать. Знаешь, я устал от этого дерьма. Дома, если хочешь выяснить отношения, выясняй. Тогда тебя будут уважать. Я понимаю, поверь мне, у каждого из нас свои битвы. Но мертвым уважение просто ни к чему. Спасибо за поддержку. Ну и старина Михаил за нами присматривает, так что беспокоиться не о чем. Вот уж не знал, что вы в это верите. Я приму помощь от кого угодно. Так ты расскажешь про этот сон? Или как? Волки задирали наш скот. Мой брат Пол и я пошли за ними, но неудачно. Рэд, стреляй! Сейчас, сейчас! Ты цел? Прости, Пол. Послушай меня. Бояться — это нормально. Нам пора домой, братишка. В тот день я поклялся, что больше никогда не подведу Пола. Но теперь я должен убедить не его, а Пирсона. Спрячься! Ну! Тернер поведет боевую группу на площадь, а мы будем прикрывать их огнем с этой церкви. Вопросы? Все! У меня вопрос. Копи их, Стайлс, получишь звездочку. Идем! Похоже, я ему нравлюсь. Твою мать! Мне нужно прикрытие слева. Остальные, идите справа. Зачистить дом! Я иду. Я прикрою. Контакт 12. Пытаются маневрировать. Вызовешь минометы, Дэниел? Двинулись, марш, шевелись. Они справа, на юго-востоке. Движение. Идут сюда. Они затихли. Они идут с востока! Немецкая граната! Он выходит из укрытия! Ну стой! Перезаряжаю! Отходят с юга! Закрываю окном слева! Враги на втором этаже! Ты можешь наводить артиллерию! Дэниелс, не высовывайся! На машину! Подходят с юга!
нужен дым! У меня аптечка! Так, Дэниелс, дверь на тебе! Есть! Где они? Может, убежали, когда нас услышали? Страуты оставили припасы! Подготовьтесь и пойдем в башню! Эй, Цус! А евреи в церковь ходят? Они ходят в синагогу. Синагогу? Слушай, проехали. Чёрт! Пулемёт на втором этаже! Сзади ещё краудер! Бухгалтер, скорее! Краудер, второй этаж! Залите! Иду к двери! Крауты сбивают истребители! Сусма наел! Займетесь зенитками! Дэниел Стайлс, вы со мной! Будем прикрывать их с башки! Хорошо, что наверху будешь ты! Без напряга! Не бойся, я прикрою! Надеюсь! Поднимаемся! Живо! Это что-то изменит? Нет. Давай, полезай. Прикрыть!
Следи за Цусманом внимательно. Так, они пошли. Прикрой, чтобы они смогли уничтожить зенитки. Враг у горячей машины. Есть! Еще двое. Дыши! Снайперы в здании. Есть! Убил! Дэниел, займись снайперами. В молоко! Он ранен! Держи по левому флангу! Во дворе стоит еще одна зенитка! На ней никого, но следи за ней! Они близко! Огнеметчик! Вижу его! Убери оставшихся! Стреляю! Бей по той позиции! Меткий выстрел! Да! Получилось! Немцы их прижали! На площадь выезжают БТР! Они прижали их к берегу пулеметом! Молодец, Дэнни! Они прижали Цусмана! Они застряли! Убери пулеметчиков! Защити наших парней! Они приближаются к зениткам! Крауты на крышах! Надо спугнуть их с крыш! Проклятие! Почти попал! Еще двое! Последний! Дэниелс, враг на том конце улицы! Отлично! Их обстреливают сзади! За них идет БТР! Их окружают! Их окружили немцы! Ранил! Почти! Соберитесь, ребята! Следи за Цусманом! Что это было? Кто это? Тернер? Так держать! Прикрывай их, чтобы они помогли Цусману! Отряду нужна помощь! Тут он заткнул еще одну! О, боже! Я помогу! Держись! Нет! В сторону! Уходи оттуда! Быстрее!
Ты видишь у меня крылья? Нет, сержант! Потому что я тебе не крестная фея! Черт возьми! Я потерял хороших бойцов! Так, надо собраться и взорвать те орудия! Ну же! Я не вижу Цусмана! Проклятие! Они были вместе, когда она обвалилась! Нам нужно просто удерживать эту точку! Нельзя пускаться на крауд! Если нужно, у меня есть гранаты! Не придется. Зимовая. Держитесь, пока не прилетят в эту руке. С-47 на подходе. Цусман! Я жив. Молодцы, ребята. Вы отдали все силы. Обратили в бегство этих гадов. Вы чертовски годные солдаты. Они отлично справились, сержант. Может, вы в них ошиблись? Хм. Вы скрывали таланты, парни. Я мало от вас требовал. Но теперь мы посмотрим, на что вы способны. Принеси ему голову Гитлера на блюде. Заноет, что оно не блестит. Если будем и дальше так драться, то войне скоро придет конец. Потому мы и должны играть по-крупному. Ладно, я в деле. Мы взяли Мариньи. Немцы отступают так же быстро, как мы наступаем. Но мы под постоянным прицелом Пирсона. Кажется, нам придется превзойти себя.